В эти выходные пройдет чемпионат России по карате до ситарю. Как нетрудно догадаться, для представителей именно этого вида спорта скорость реакции – одно из самых главных качеств. Вот мы и решили проверить, насколько хорошо она развита у одного из участников чемпионата, проведя серию очень любопытных экспериментов. Непревзойденный Брюс Ли мог подбрасывать в воздух зерна риса и ловить их палочками для еды. Но это легенда. А это настоящий мастер спорта по восточным единоборствам Денис Клюев, который впервые в жизни попробует проверить свою реакцию примерно таким же способом. Денис будет ловить спичечные коробки, которые 8 раз больше рисового зерна. Но от этого ему не легче. Достаточно сложно палочками поймать коробок, потому что он неправильной формы, и траекторию его предугадать фактически невозможно. Но в некоторых моментах получалось. Из 25 коробков, брошенных победителем Кубка мира по карате, он поймал только 3. Прямо скажем, не таких результатов мы ждали. Изменим задачу. Теперь Денису нужно ловить в полете спички, которые летят в него каждую секунду. Из 12 спичек ему удается коснуться 8, но зажать в руке только 4. Итак, КПД нашего испытуемого повышается. Первые моменты проследил траекторию падения спички. Вот, и уже, исходя из этого, как-то пытался рассчитать движение оппонента, который бросает спичку, и уже более-менее высчитывал ее траекторию и старался ее поймать. А вот это упражнение каратисты действительно используют в своей практике, чтобы проверить скорость реакции. Правда, мы его немного изменили. Этот 2-килограммовый мячик Денис теперь будет ловить с закрытыми глазами, не дотрагиваясь до рук своего помощника, а значит, он не сможет почувствовать, когда мяч начнет падать. И тут реакция титулованного каратиста заработала на полную катушку. Даже с закрытыми глазами он допустил всего пару промахов. Но этого вы не увидите. У нашего оператора реакция оказалась в разы хуже. Я думаю, что изменение данных наших упражнений на те, которые мы пробовали сегодня, тоже вполне допустимо и приемлемо в тренировочном процессе. И я думаю, что, наверное, мы что-то все-таки попробуем взять на вооружение. Неидеальное исполнение Денисом Клюевым наших испытаний никого не должно смущать. Ведь мы придумали настолько сложные упражнения, что и Брюсу Ли пришлось бы не сладко. Так что с реакцией у нашего героя полный порядок. Ирина Бекер, Сергей Никитин. Все включено.